Сегодня у нас тепло, примерно 2 градуса выше нуля. Ни свет, ни заря, выбрался на рыбалку. Погода прям красота. Ветра нет, ничего нет. Взял сегодня с собой мормыша. Достаточно большое количество. Сейчас наша задача пройти через лес, выйти на точку с коряшками, закормиться как следует и ждать прихода рыбы. Прибыли мы на точку, сейчас будем рассверливать луночки потихоньку. Закормим, немного выпьем чая, подождем, пока рыбка немного зашевелится, подойдет. Сейчас как бы камера показывает то, что уже достаточно светло, а по факту это еще как бы темно. Так что еще есть время немножко, совсем чуть-чуть подождать, и потом начнем уже потихонечку планомерно вытрясывать крупных окуней, лещей, там не знаю, что сегодня будет клевать, но очень надеюсь, что вообще в принципе будет. Взял я с собой немножко мормыша, совсем-совсем чуть-чуть, но главное же рыбу накормить. Все как обычно, сначала мормыша немножко, буквально горсточку сверху, да? И сверху немного, вот они, о, скачут. И сверху сухарей. Луночки я закормил. Взял сейчас с собой на первый круг 2 удильника. Значит, первый у меня идет с мормышем, вольфрамовым моим, карбоновый сторожок, ну и удильник самодельный. И вторая удочка, это вот такая ковалевка. Значит, сторожок 240 миллиметров, ласточки на крыло. И черт, плотвины 3 на, по-моему, 0,8 грамма, если я не ошибаюсь. Ну все, но перед этим надо немного бахнуть чайку. А то во рту аж пересохло, пока лунки сверлил. Ну и все, и будем начинать рыбалку. Коряга. Эх ты. Там есть. О, окунище какой клюнул, ребята. А мормыша. Ну как, хороший.
порошок. Потянул сначала. Такой же мелкий. Чуть-чуть поинтереснее что-то. Кунёчек на мормыша. Взял. В общем, рыба на кормленных лунках вообще перестала клевать, поэтому я решил сейчас сместиться ближе к берегу. Посмотрим, проверим. Ну, если что, там остановимся, может, окуньков хотя бы половим. Собирал я сегодня специально окуньков немножко, чтобы вам показать в конце. Вот такие вот. Вот этот хороший. 195 грамм. Этот 100... Сколько там? 110 грамм. Ну, и вот такие вот мелкие клевали еще. Ну что, родные, давайте бегите во свояси. Спасибо вам за то, что вы меня сегодня немножко порадовали. Особенно вам, братцы, побольше которые. И тебе, мамка пузатая. Давай, беги. Ух. Кушок клюнул. Ну. Толково. На мормыша опять. Ух ты! Вот-то-то-то-то-то-то-то-то! Эх ты, убежал! Хороший был! В прибрежной зоне окунёк присутствует в единичном количестве. Плавают они как-то непонятно, разрозненно. Ну вот, закормил 5 лунок. Из них только на одной лунке у меня произошло несколько поклёвок. В общем, не знаю, что происходит с рыбой. Видимо, какой-то хороший такой конкретный перепад погоды или еще что-то происходит, не знаю. Но в любом случае, я думаю, что рыбалка сегодняшняя состоялась, потому что все-таки получилось у меня поймать. Вся рыба сегодня у меня практически была поймана на мормыша. Другие мормышки, к сожалению, сегодня абсолютно вообще никак себя не проявили. Я надеюсь, что эта коротенькая рыбалочка вам понравилась. Ну а у меня на этом все. Увидимся с вами в следующих видео.